Тирасполь. Еще пару лет назад пробка на перекрестке у Лечгородка – обычное явление. Чтобы попасть в центр, машины должны были ехать только направо. Долго и неудобно. Тогда открыли проезд по улице Мира. Дорожная развязка разгрузилась. Но появилась новая проблема. Улица Мира. От Полецкого до 25 октября. В часы пик здесь настоящее автостолпотворение. Все дело в том, что трасса не была рассчитана на большой поток машины. После того, как поменяли разметку, дорога шире не стала. Теперь заторы в районе Парка Победы – обычное дело. Выход – добавить еще одну полосу. Так же, как сделали на улицах Одесской и Правды. Но тут вопрос с коммуникациями. Улица Мира – это та улица, на которой представлено огромное количество сетей. Рядом с дорожной одеждой, то, что затрудняет ее расширение, в принципе, потому что перенос обязателен. Это как троллейбусных сетей, это так и электросетей, водоканал, теплосети. Опять же, их техническое состояние. Очень долгий период они не менялись согласно тех норм замены и капитального ремонта, поэтому при наличие финансирования, конечно, мы готовы предложить работу. Возможно, улица Мира станет шире уже в следующем году.